Путешествие в год поросенка начинается. Привет всем. Свет какой-то. Какашка. Все. Хорошие люди подменили мое путешествие к солнцу начинается. Сейчас еду за билетами и забираю их, конечно. И завтра вечером самолетик с Палычем взлетает и приземляется в солнечной супер-мега-стране Таиланд. Вот так. Вот она наша путевочка к солнцу. Вот так все так достаю. Ребятки, скоро полетим. Оп. Скоро это недовольное лицо покроет загар. Бронзовый загар. И улыбка озарит это прекрасное лицо. Пока вот так. Зима. Новый проект Палыч в Таиланде скоро запустится. А это маленькое превью. То, что вы увидите. Новые цены 2018 года. Новые вкусности. Солнце, море, шикарный пресс. У какого-нибудь дядьки я с ним постараюсь. Ну и море позитива. Смотрите и не пропускайте. Ну скажи что-нибудь. Ну что говорить-то? Давай быстрее, уже опаздываем. Вот они наши чемоданчики. Мусор не забудь вынести. Мусор. А то завоняет. Главное, чтобы мы не завоняли за неделю. Вперед, Таиланд, жди нас! И вот не без труда Надюха унюхала, вернее, собака унюхала у Надюхи наркоту. Но все-таки нас пропустили. Подожди, я же еще не включил. Надю, включу. Это включено? Или конечно, включено. Да, включено. Блогер, блин. Да, не говори. Собака унюхала, баллонка причем, у нее овчарка, унюхала на дыхе какой-то странный запах. Да ладно, у тебя воду из штанов. Баллонка черная. И, короче, мы не без труда прошли. Мы все-таки прошли, ждем свою регистрацию. Что ждем? А, мы зарегистрировались, ждем своего самолета. Он должен прилететь с минуты на минуту. Я не пил. Признаюсь честно, я не пил. Палыч не бухает. Следующее включение в самолет. Палыч не бухает. Кофе в аэропорте. В аэропорту Емельянова при в одном стоит 70 рубасов. Печенюшки овсяные. Домашние, бесплатные. Куда ты поволокла? 70 рублей. Посмотрите, моча осла. Внимание! Хотела бы сказать, что мы присели в Утопало, но мы еще и все губы замерзли на улице какой-то бак. Все нормально. Мы еще не взлетели. Мы сидим в туалет. Ну и что, Надя выделала место. Молодец. Ну нормально, я просто хотела с ней сразу. Я хоть на полу готов лететь, где буду лететь туда, вперед. На улице не успели мы поспать, как принесли много-много еды. Много вкусной еды от Азуры и от
Лехе нужен. Костя. Булка. Морковка. Ай. Мясо чуть не уехало с макаронами. А это что такое у тебя? Рулетик. Яшкина. Вареная сгущенка. Рулет. И все. Как бы не обожраться. Очень близко ты снимаешься. Модель моя. Посмотрите на наши довольные лица. Особенно на нее. Она съела все, что можно было съесть. Это быстро. Два рулетика. Еще и мой забрала. Два кофе. Тоже мой забрала. Я голодный. Меня лишили всего. Никаких таких прав. Посмотрите. Не летайте никогда с ней в полет. Она съест и вас. Больше улыбаться не буду. Ну, как вам высота? Полет нормальный. За бортом минус 60. Надюха Хакамада обслужилась. Посмотри, какая серьезная. А я смотрю фильм «Секрет». То есть там говорят мысли позитивные. Какие вы 20 лет назад посмотрели, а что там один? 20 лет назад я еще в яйцах пишу. Так-то вот так. Так что я только начал. Я только встал на путь. А вот он мой летний образ. Пока еще в самолете. Второй обед. 3 часа ночи, мы еще такое не ели. Горячий круассанчик. И тут еще было масло, но я его взяла на икру. На бутерброд, на Новый год. Все пытаются выйти. Мы на земле Таиланда! Ты куда пошла? Я вперед. Свежо, скажу я тебе. Надя, это Бангкок? Нет, это название? Это мини-Бангкок. Убирай камеру, снимать нельзя. Дуркам русским можно все. К сожалению, это не самолет, это просто автобус. Как комфортно я сижу. Крутым и в темноте солнце. Посмотрите, какой я на личном самолете. Какие сиденья кричат. Тёлочки. Сейчас там самолетом будешь, да? Тёлочки. Алкоголь. Ну ладно, в Кенгене направляемся сейчас в свой отель. Семечки все дали. 5 утра. Наш отдых распланировали. Пять утра, а заселение в 2. Сейчас будем на ресепшене.
упаковать. Ну нет, ничего не придумаем. Обязательно это покажем. Придумаем. Амбассадор Гарден Вен. Мы там жили два раза. Вот он розовый какой-то. Такой же был оранжевый, кирпичный. Сам ты розовый, фельдтоник, желтые очки это делал.